Для этих булочек понадобится 1 яйцо, 4 столовые ложки подсолнечное масло, 2 столовые ложки молока, 1 чайная ложка разрыхлитель, щепотка соли, 75 грамм сахара, 220 грамм нежирный творог кремообразный и 400 грамм муки. И 1 пачка ванильного сахара. Соединяем яйцо, сахар, творог, ванильный сахар, подсолнечное масло и молоко. Добавляем муку, разрыхлитель и соль. И замесить гладкое тесто, не прилипающее к рукам. Выложить тесто на посыпанную мукой поверхность и раскатать в пласт 1 см толщина. И вырезаем фигурки зайчиков. И отправляем в разогретую духовку вверх-вниз 180 градусов на 10-12 минут. Как они немножко подрумянятся, готовы. Ориентируйтесь по вашим духовкам. Растопить сливочное масло и пока зайчики горячие, промазать одну сторону сливочным маслом и обвалять эту сторону в сахаре. Зайчики готовы.